Книга размером меньше спичечного коробка и издание, которому почти 80 лет. В одной из карагандинских школ появились редкие фолианты. В 95-й гимназии проходит круглогодичная акция «Подари книгу школе», благодаря которой библиотечный фонд пополнили 300 новых экземпляров. Настоящим сюрпризом для учебного заведения стала семейная реликвия Хабибулиных. Это миниатюрная книга необычного дизайна «Летчики и космонавты СССР», которая пользуется большим успехом у читателей. Еще один подарок сделала семья Ишиных, которые пожертвовали школе настоящую букинистическую находку – книгу Алексея Толстого «Петр I» 1938 года выпуска. Их так вот тронуло, что это именно 1938. Они начали так считать, да, как бы, ой, это же как бы год моя бабушка родилась или прабабушка. В дальнейшем нам бы хотелось бы в нашей школе именно открыть вот такую, как бы, сначала, конечно, это будет полочка редких книг.